Всем привет! По вашим многочисленным просьбам, наконец-то я выкладываю обзор этого экскаватора 8043. Набор 2010 года, набор топовый. И для меня это на данный момент самый сложный набор лего-техник. Попробую я в сегодняшнем обзоре рассказать почему. Ну, а вы можете согласиться со мной, а можете нет. Я не хочу сказать, что другие наборы простые, но... Это единственный набор, в котором реализована дистанционно управляемая раздаточная коробка. Притом не просто какие-то функции, там подъемы стрелы выполняющие, но через которую идет привод на гусенице, через которую реализовано движение модели. Это сделать очень сложно. Я много самоделок сделал, как вы знаете. И когда доходит дело до передачи вращения под нагрузкой, сразу куча проблем вылезает, и через коробку передач это еще и куча потерь. В общем, сделать это непросто, здесь это сделано, и я считаю, сделано очень здорово. В модели три книжки с инструкциями, ну, по ним особо мне нечего сказать, я когда буду про процесс сборки рассказывать, скажу. По-моему, я даже ошибок не заметил, так сейчас точно не помню. Ну и поскольку здесь много интересных механизмов, я про сборку немножко расскажу сначала. Сборка набора идет снизу вверх, вот сначала шасси собирается. Не нарадовался я пока собирал на то, что наконец-то в современных наборах исправлена проблема с цветами в инструкциях. Качество печати сейчас нормальное, вот у этого набора вообще еще тогда было ужасно. А здесь хочу показать, как через поворотный стол провести две оси, которые будут независимо вращаться. Система старая, но может кто-то не знает. Вот у нас есть левая гусеница. И правая гусеница. Правая гусеница вот вращается центральная шестерня, а левая это просто детали коробки передач, но без центральной муфты. Вот так это все одевается, и дальше будет сверху такая же шестеренка. И вот можно отдельно крутить внешнее кольцо и центральную ось. Дальше просто поворотный стол одевается. Одевается, только без вот этой штуки. Ну вот, и так это будет работать. Дальше собирается башня. В башне вообще не будет свободного места. Здесь будет батарейный блок, приемники, внизу моторы. А вся эта часть, это будет огромная раздаточная коробка. Здесь у нас три мотора, которые будут выполнять функции. И мотор переключающий, он будет переключать эту коробку передач. Соответственно, будет выполняться либо три функции, то есть либо одна группа функций, либо вторая группа функций. Сложно вообще показать, конечно, насколько здесь все круто устроено, потому что ничего не видно. Вот это 6 выходов. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Соответственно, будет работать либо три из них, либо три другие. Здесь сейчас еще будет целая куча шестеренок распределяющих. Очень все это здорово сделано. Если у вас нет этого набора, я бы вообще рекомендовал, попробуйте, если у вас много деталей, собрать по инструкции просто из своих деталей что-нибудь похожее, потому что это действительно впечатляет. Сейчас я это дело вставляю. Правильно вставляю? Вроде правильно. И вот так вот. Вот это встало на место. Две функции сошлись. Будут управлять гусеницами. А остальные функции сейчас будем дальше как-то прилаживать. Вот так это все будет выглядеть в дальнейшем. Комментарий, как говорится, излишне. Стрела тоже довольно сложная, потому что здесь все операции выполняют актуаторы. И к ним нужно подвести трансмиссию. И это приводит к необходимости вот такое сделать хитросплетение из карданов. Довольно плотно здесь все. Нельзя назвать все это простым механизмом. Вот модель у нас собрана. В комплекте с моделью идет два пульта управления. И поскольку там 4 мотора, каждый рычажок управляет своим мотором. И два приемника, соответственно, здесь стоят, чтобы все было одновременно доступно.
Сейчас у нас в первом режиме находится модель, это режим движения. Каждый рычажок управляет за свою гусеницу, в разные стороны будет поворачиваться, а в одну сторону ехать по прямой. Поворот. Может быть, это еще не все не так бодро сейчас работает, у меня батарейки не очень свежие, они уже побывали в самоделке. Вот видно, что скорость примерно одинаковая, вращение башни и вращение шасси. Забавно, можно как реально машина так умеет, модель тоже так умеет. Четвертый рычаг отвечает за переключение режимов экскаватора. Переходим во второй режим, это режим управления стрелой. Теперь эти три рычага будут управлять первой секцией стрелы, второй и разгрузкой ковша. Несмотря на то, что три первые функции отключились, вращать модель свободно нельзя, потому что там чердячная передача. Ну, а гусеницы катать можно, но не по гладкой поверхности. Итак, первая секция стрелы. Вот эта функция тяжелее всего у меня работает, или что-то пережато, или батареек не хватает. Там два цилиндра. Вторая функция. И третья. Они все вместе тоже работают. Сейчас попробуем. Вот, я сейчас все три рычага жму, и одновременно работают все три функции. Вот, сейчас мы будем поднимать себя. С трудом, но вот он вполне себя поднимает. Надо еще, наверное, попробовать покопать. Я, честно говоря, еще не пробовал и не знаю, получится у меня или нет. Вообще, несмотря на два режима, управлять довольно комфортно. Переключаться режим легко, не надо отслеживать крайнее положение. Попробуем разгрузить. Помимо интересного функционала, на мой взгляд, он и выглядит хорошо. Он должен быть весь обклеен наклейками, там целый лист наклеек. Я не стал их клеить, конечно. Он выглядит без каких-то дыр, вполне себе плавные формы. Мне кажется, что он, ну и без наклеек, приятно выглядит. Ну что, вот такой вот он, экскаватор 8043. Модель очень классная, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже нравится. Еще раз повторюсь, если у кого-то есть детали, но нет этого набора, скачайте инструкцию, попробуйте собрать, я думаю, что вы получите удовольствие. А в следующий раз я расскажу еще про несколько новинок. Надеюсь, я не утомил вас обзорами. Ну, сейчас пройдут эти новинки и будут новые самоделки. Также у меня запланировано интересное довольно видео, даже несколько видео по лего-электрике. Ну и чтобы вам не было скучно, когда я буду в следующий раз рассказывать про вот этот гидроплан рейсер 42045, я еще покажу самоделку, на которой сейчас работаю. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!